Добрый день, я Александр Лебедев, предприниматель, журналист, писатель, экс-банкир и экс-картофелевод. В настоящее время меня больше вообще интересуют стартапы в том, где бизнес совмещается с таким резко усилившимся научно-техническим прогрессом. Меня интересуют медицинские стартапы, поэтому я как бы и согласился войти в жюри стартап-шоу. Если у вас есть стартап в сфере бизнеса, я вас приглашаю на конференцию стартап-шоу в ЦТП вскоре. Оставляйте у нас заявку.